Всем добрый вечер, дорогие зрители. 20 ноября, суббота. Хочу показать цены на сегодняшний день. Район Махмутлар, субботний рынок. Королек 3 лиры. Авокадо 7 лир. Помидоры 4 лиры. В этой стороне помидор 3. Тут даже за 1 лиру есть помидоры. Во. Они немножко уже испорчены. Бананы адрес, муж, бананы 6 лир. Буйрун, буйрун означает подходите, подходите. Картошки, помидоры, покупайте. Патлыжан кач лира? 2 лира. О. 4 кило 3 лира ма? Килосу 3 лира. А, килосу. Килограмм стоит 3 лиры. Это самые маленькие бананы Алании. Смотрите. Ачик мусс. Видите, какие они маленькие. Там. Даже пальца нет. Натуральный. Selamun aleyküm. İyi misin? Nasılsınız? Pazarı çekim yapıyorum. Buyurun fiyatları. Цены на яблоки. Везде знакомые, друзья. Так. Mesela öyle dediğin gibi olmaz abi. Karaluk 7,5. Bunun ordunu alacağım. Kafanı harika. Так. Ну, приблизительно цены увидели в этой стороне. Сейчас я проверю. Вот яйца. Сельские яйца. Это курица, которая бегает. Еще бу кестель музумо. Бу Алания органик тарихи муз. Кестель муз дейм. А, тарихи муз. Алания, ирк тарихи муз буйду. А, в Алании первые бананы вот были вот эти, а потом появилось там химикаты всякие добавили, ГМО, еще напоминаю. Вот такой был банан в Алании, короче, поняли, да? У него вкус немножко другой. Я его называю ослиным бананом. Эшек музда диоллар вон, дору му? Ама эшек музда чикты вот. А, чикты. Ама шо там емелик. Эвет, там емелик. Эвет, абе. Там. Там. Тешеккюляр. Айва кач лира? Айва 7,5. Айва стоит, айва 7,5 лир. Тешеккюля. Зелень 1,5 лир. Салат 3 лир. Сейчас вы увидите, что я иду внутрь, и там цена и пойдет потихоньку вверх. Здесь такие няшки, кюшлемяшки, вкусняшки, чебуреки готовят. Так. В этой стороне у нас продают сыр. Здесь помидорчики. Вот в этой стороне продают у нас молочные продукции. А, чекер, чекер, алсай, чек. Того. Ага, оливки, маливки. Соленье, маленье, колбаса, малбаса, все есть. Это что? А, это сушеный болгарский перец. Так. Есть, есть. Привет. Хорошо. Финиш, финиш. Я сейчас приду, гелер. Цены разные, здесь цены не написаны. Тулум. Да, эр. Зелёный.
ne var orada? Geç. Cene hasmatı. Abi kaç abi? Abi kaç yap? Cene 35 lir. Bu tulum, bu da tulum. Tulum Rusça ne diyor? Tuluma. Tereyağın fiyatı ne kadar? Abicim tereyağı. Tereyağın fiyatı ne kadar? Vay demişler. Fiyat ne kadar? 70-65 olur. 65 lir. Kaymak ne kadar? Kaymak da sana 65. 65 lir. 65 lir. 65 lir sliviçne masla. İyi bayramlar. Karpuzun kilosu ne kadar abi? Kilo 3 lira efendim. 3 lira kilogram. Kavun? Kavun da 3 lira. 3 lira. У нас дыня. Это шпунтики продаются здесь уже. Это звездочка, я уже показывал вам. 15 лир. А это 30 лир. Папайя. Папайя. Килограмм 15 лир. Дорогие зрители, все, вот рынок, он большой, надо прогуляться по всему рынку, посмотреть цены. Ну, мучает рынок, народу много, туда ходи, сюда ходи. Лучше зайти в один фруктовый овощной магазин, купить все и выйти. Я в этом прав. Зелень две лиры тут. Зелень, помидор 15 лир. Не знаю, что за помидор. Какой сорт. Так. 8 лир у нас дыня. Арбуз тут 4 лиры. Маленькие помидорчики 8 лир, гранат 8-10, убежал, мандарины 2 лиры, вот такой вот интересный помидорчик 8 лир стоит, органик, натуральный. Урма, урма называется натуральный сорт такой, 20 лир помидор. Огурцы у него маленькие по 5 лир. Виноград 7 лир. Здесь уже темновато. 3 лиры мандарина в этой стороне. Болгарский перец. Грибы 15 лир. Граната 10 лир. Клубника 25 лир. Гази паша. Здесь 8 лир. Сухофрукты. Çek güzel. Poz yap, sağa sola dön. Heh, mükemmel. Reşki 100 lir. Kilogram. Это аппарат, где жарят вот эти семечки. Картошка 4 лиры. Лук 2 лиры. Вот здесь тоже у нас клубника подскакивает. Так. Все. Сделал полный круг по рынку. По фруктам. Все, дорогие зрители,
Сегодня 20 ноября. Цены я вам показал. Всем пока-пока.